Любимая, иди сюда. Ну что ты меня отвлекаешь? Дело не в проворот. Баба Мороз, сделай, пожалуйста, так, чтобы наша мама стала счастливой. Работает. Вы когда-нибудь про Бабу Мороз слышали? Расписываемся. Моя мама актриса. А мне? В этот раз без волшебства. Ну, это как всегда получается. Только ей не везет. Ее на роли не берут. Ты не настоящий Дед Мороз! Кто я, дети? Ты думаешь, Баба Мороз нас уже услышала? Вот уж действительно каждая семья счастлива по-своему. Наоборот. Нужно счастье. Может быть, муж. У нашего лекарства нету аналогов в мире. А могу я прикоснуться просто к этой вот гениальной голове? Да. Это же моя формула. Ту-ту. Извините, пожалуйста. Но вы Снегурочку заказывали? Да я, знаете, сегодня много чего. Вот подлец. Деда Мороза все верят, а про Баб Мороз никто не знает. Буду работать крупными мазками. Есть одна идея. Я в вас верю. Пожалуйста, только без драки. Кто не ждал, что будет дед? Новогодний всем привет! С Новым годом! Как ты думаешь, у них получится? А ты веришь? Значит, получится. Наполним себя и наших друзей вселенским светом добра. Хватит нам, дедушка, вселенского света, давай закругляться.